вызов, связанный с глобализацией, в широком смысле, этот вызов человечество получило, и оно еще на него не дало ответ. Я думаю, что то, что происходит в Европе, это связано с тем, что люди слишком долго ничего не делали. Люди другой культуры, другой религии, они вот в определенном количестве накапливаются в стране и начинаются уже взаимоотношения не только с одной стороны, со стороны большинства, со стороны местных, но и с той стороны. Полчаса веником помахал, короче, все, тебе пособие еще, плюс тебе какое-нибудь за то, что ты с детьми приехал. А барьеры ставить нужно. Но если нация перестает бороться за свое собственное, за свою собственную выживаемость, то в конце концов ее растворяют. Им говорят: ребят, денег больше нету, давай работать. Ферштейн, они, наверное, запаниковали. Мы знаем беспорядки, которые случались в Англии, мы знаем напряженность, которая существует в Германии. Так что это, в общем, часть большей проблемы. Мне кажется, что Европе имеет смысл взглянуть на опыт Америки. Я не мусульманин, да, но я должен признать их, так сказать, их заслугу в этом, да. А против тупого государства продажного с его законами воюют неравнодушные люди, пассионарии, они побеждают.